Три медали всероссийских соревнований по тхэквондо, которые проходили в Рязани в конце марта, завоевали воспитанники Зареченского детско-юношеского центра «Юность». Наши ребята выступали в составе команды Пензенской области. Команда Пензенской области состояла из 17 человек. 8 из них были воспитанники детско-юношеского центра «Юность». Зареченцы боролись в трех возрастных категориях. Успехами порадовали младшие воспитанники «Юности». Во второй день в соревнованиях приняли участие наши ребята возрастной категории 2000-2001 годов рождения. Матвеев Егор, Сысоев Артем и Власов Кирилл. Я считаю, что выступили они вполне достойно. Артем Сысоев и Кирилл Власов уверенно шли к победе, но в третьей схватке не смогли побороть соперников. Егору Матвееву повезло больше. Он выиграл три поединка и стал бронзовым призером соревнований в своей возрастной группе. Самыми результативными стали выступления наших спортсменов средней возрастной категории – Ильи Макарова, Владислава Серебрякова и Андрея Марданова. Илье Макарову занять призовое место помешало огромное волнение, а вот двое других воспитанников «Юности» с эмоциями справились и принесли в копилку сборной Пензенской области две медали. Марданов Андрей выступал в категории до 31 килограмма, в этой же возрастной категории, но в другой весовой. Провел 4 поединка, 3 из них выиграл, занял второе место. Успешным можно назвать выступление Серебрякова Владислава. Он выступал в категории до 27 килограмм и сумел занять первое место. Влад провел 5 поединков и во всех 5 поединках одержал уверенную победу. Сначала я проигрывал, потом все силы собрал и начал выигрывать. Впереди у зареченцев новые соревнования и, без сомнения, новые награды. Ближайшие состязания в середине мая. В Саратове воспитанники детско-юношеского центра «Юность» будут бороться за медали первенства России по тхэквондо. Светлана Демина, Олег Хабибулин, телерадиокомпания «Заречный».